Всем привет! Мы в Клайпеде. Сегодня 11 февраля, и в Клайпеде празднуют Масленицу. В Литве называют Масленицу Ужговенец. Вот, мы сейчас подходим к площади Аникес, и там в 2 часа дня должен начаться праздник. Посмотрим, как это все проходит, и вам все покажу. Также потом скажете, как проходит в ваших странах Масленица. Есть ли такой праздник или нету, как его праздновать. Так, подходим. Вот такой вот плакат есть. Написано «Ужговенец». Вот, и праздник сегодня, я понимаю, будет свадьба. То есть все услуги для свадьбы, будет невесту выбирать и так далее. Давайте посмотрим. Вот, уже смотрю, человек... У него есть повязка, называется пришлис. На русском пришлис это будет, не знаю, сват, может быть. Не знаю. Вот, здесь невеста, смотрю, есть. Так. Вот такие интересные типы. Готовятся на свадьбу. Вот там, наверное, их будет венчать, я так понимаю. Народа, видите, много. Праздник еще не начался. До праздника еще, по-моему, 10 минут. Так, кто там такие? Наверное, гости. Дорогие гости. Так, значит, дальше подождем начала самого праздника. Вот такая сломанная скульптура есть. Ее, по идее, сегодня сожгут. Смотрю, есть золотые кольца. Плакат. Не знаю, что там такое. Посмотрим. Много народу. Все что-то смотрят. Так. Почини. Туда не пробраться. Попробуем. Из короче кольца делают из проволоки. Вот, видите, проволока есть. И вот такие колечки красивые делают. Там еще много людей стоит. Вот так, вы слышали? Так, идемте дальше. Это такая вот традиция еще есть, деревянные маски. То есть на Масленицу в Литве принято иметь такие вот деревянные маски, всяких чертов, ведьм и евреев. То есть называют джидукой, это вот евреи. Вот это, я понимаю, маска еврея. Так, вот такие вот маски. Их можно купить. Эта маска стоит 40 евро. Это 50 евро. И красивые маски профессиональные. Вот так вот, их прямо здесь делают. Видите? Там есть такие маски попроще немножко. Сейчас покажу вам вот такие вот. Они стоят примерно 15 евро. Вот такие вот ребята прямо здесь делают их. Так, хорошо, идемте дальше. Так, ладно. Идем дальше. Так, это сцена. И тоже, наверное, скоро будет какое-то действие. Наверное, свадьбу будет праздновать. Или готовиться к свадьбе. Непонятно. Так, еще вот ряженые.
Есть профессиональные здесь ряженые, а есть просто люди пришли. Не знаю, кто есть такие. Так, немножко есть угощений. Так, здесь пиво, вино. Здесь, по-моему, вафли делают. А, не вафли. Ну, всякие сосиски с капустой. Вот, там я пробовал уже картофельные блины. Блины неплохие. Три блина больших. 5 евро заплатил. Вот видите, женщина кушает. Вот такие три блина. 5 евро. Так, может, покажу. Жарят их, если я подойду. Народу очень много. Я когда был, здесь народу было не так много. Ладно, туда не пойду. Не проберешься. Так, тут всякие разные развлечения есть. Вот видите. Типа таких. Так. Ну вот, походить с этими клумпами, деревянными такими ботинками. По дочечкам. Так, идем дальше. Посмотрим. Вот такие шумные штуки. И когда катаешь, они очень сильно трещат. Так. Идемте еще посмотрим. Наверное, у меня это видео будет одним кадром. Но это хорошо. Не нужно потом будет сидеть пару часов монтировать. Вот такая вот рыбалка. Так, а это вот, где я рассказывал какие-то модные блогеры. Или типа телевидение, не знаю, что это такие. Вот так вот. Съемка 360. Так, ладно. А, вот с точками стоит жених какой-то. Мне интересно, я ни разу в России не был. На каких-то праздниках масленицах. Интересно, как проходит, например, в России там, или в других странах, Белоруссии. Как, например, в Англии празднуют такие праздники или нет. Я вам не скажу. Таких праздников там не видел. Вот, но, может быть, плохо смотрел. Ладно, ждем свадьбу. Уже осталось буквально несколько минут. Готовится. Горят, ему хватит болтать. Ага, если понимаю, здесь пары, можно жениться. То есть здесь будет массовая такая свадьба, будет много пар. Здесь можно нарядиться, и вас тут обвенчают всякие черти. Короче, я слышал, что жениться желающих много, и у них не хватает колец столько. Сегодня 6 пар брака сочетаются. Ставить.
Ладно, спали, посмотрели. Пойдемте посмотрим, что происходит на сцене. Ого. Так, какая-то битва будет. Пожюрекит пачос, тек паритус, тек постачус. Яуникис вирас кайп питинс, и раудонс кайп путинс. Ну не остас. И там поплотим мажумена. Так. Жоли неку ям не трукста, тик из кито гало думай рукста. Ансир финансų makleris ir ekonomikos ekspertas. Vidutiniškai mokslus ir kartais blaivas. Arielkas negeria, tik su blynu dažo. Ir žada mylėtis. Man labai, labai aktualu. Так, это молодой. Kad nuotaka būtų ne tik gražiai, bet ir turtinga. Va. O kaip tau, kanapinė? Man tai kad laimės nestiktų. A, kad laimės. Aha. Nu gerai, bandom žiūrėti, kas toj skriniui. Kokie tie turtai, koks tas graidis nuotekos. Visiem parodikė. O, šia dabar. Kokie rėtimai drobės. Pilna skrinia drobių rėtimų. Я понимаю, здесь есть одна невеста и множество женихов желающих. Aš pasidalinsiu, gerai. Попадись, как вас погаут, я рей. Попадись. Опа! Клаусикит, ну та нота, как у Грей Туртинга. Ты как скажи, ты как скажи, голову, арча, какая чья-то фирма, ар гера, ар блога, не без усигауду. Где то, как все километру? Пилна скриня высокая трикотажа. Matyt, apsirūpinta dėl labai ilgo vedybinio stažo. Prašau, pačiupkite, pasiūskite. A jaunikė atpažįsta, kur čia Dolce & Gabbana, o kur Humana. Čia Humana. Kur iš Turgaus Rietavo, o kur atvežta iš kito svieto galo. Skrynios kraitės, nu, be galo vertingas. Jaunosios reitingas, nu, išties įspūdingas. Jau matau, kandidatams žandai raudo. Ūpas pakilo, abiems širdis krūtiniai daužos. Raitos kaip katinai per morčių. A jaunoji tai mato simto abu. Bet šitai brangiai tai nebus. Čia ne kokia nors jamam akcija, kur gauni du už vieno kainą. Aš vedybų planuotojas, asmeninių santykių formuotojas, skelbiu kandidatų varžytuves. Gana čia po tą kraitį knistis. Kandidatų varžytuves. Atėduokit varžytuves. Triubos kur. Dėmesio skelbiu pirmąją dvikovą. Lašininio ir kanapinio varžytuvės. Kandidato sumanumo ir meilumo patikra. Vat, mūsų nuotaka, pažiūrėkit, pasiligojo. Serga, vaitoja nuo galvos iki kojų. Skauda galvą ir krūtinį ir paslėpsnių apatinį. Baisus ir kūno gėlims, ir marškinių kilims. Nemačia ne keulės taukas. Liga kaip šniūras gražuolę trauko. Sunki širdies liga įsimetė į kūną. Tegul lašininis pirmas nuotakos gelbėtojų būna. Atskansakalėlis per žarą gerelę. Toks naujas gydymo būdas. Teisausą eglelę atmušęs. Nematytas dar toks. Teisausą eglelę. Ai, čia muzikinė ir šokio terapija. Žarą tik pradėjo. Kurgi tas bernelis, kurs mane mylėjo. Kurgi tas bernelis, kurs mane mylėjo. Ar užjūriu Mario
visi pritariam. Ar kitas mergelės mylėti pradėjo, ar kitas mergelės mylėti pradėjo. Nei už jūrų marių, nei už vandenėlių, nei kitas mergelės. Audringi plojimai pasirodo, dar zgrebnas tas lašininis. Nu žiauriai paplojam gausiai, ale tai matai, nesusiprato jaunosios pašaukdinti, o na taip norėjo, net virpėjo, visos kūno dalys drebėjo. Nu, bet šaukštai po pietų. Suteikiam garbę ir progą pagydyti mūsų nuotaką kitam kandidatui, Kanapinį. Lašininį batareikas iškrito, nebeveikia batareikas. Kas moka tą šokį, gali irgi pašokti. Vertas tamsto širdies ir rankos. Ai! Kas galėjo pamanyti? Paplojam Kanapiniui. Taip. O dabar skelbiu viršutinių kovų pertrauką. Tegal konkurentai atgauna žadą. Pasikriauna batareikas, palisėkit, dantys į tarėlkas pasidėkit, tik nebezdėkit, ypač prieš vėją. Būkit kaip namuose, ale nepamirškite, kad svečiuose. O dabar kviečiu vestuvinio pulko svečių nuomos paslaugų pristatymą ir ansamblio platelę pasimatymą. Prašom, plateliškiai. Ansambli iš platelėjim. Посмотрим, что еще интересного поснимаем. Вот снова это вот интересная камера. Вот интересный всадник. На коне. Можно погладить коника. Так, идем дальше. А там, смотрите, еще до сих пор проходит свадьба. Уже не ясно, сколько они там уже обвенчали людей. Но, смотрю, все венчают и венчают. Посмотрим. Неужели точно венчают? Ну вот так вот, походу весь праздник будет венчать. Наши желающие, ну, приходите, обвенчаетесь. Сегодня весь день, смотрю, венчаюсь. Новая пара. Так, идемте дальше. Может, ничего интересного появилось. Фотошопос написано. Посмотрим, что это такое. Фотошопос. Так, если можно играть на свадьбу. Вот, видите, костюмы есть у них, есть украшения. Попросил он бы своего невесту. Ясно. Так, а дальше что находится? Посмотрим. Тоже много людей. Так.
Ага. Здесь вот красит. Народу много. В самом начале народу было немного. А сейчас смотрю, полным-полно. Так, смотрим, что здесь. Здесь делают маски. Вот так вот. Ну так, видите, простые бумага, нитки. И все. Так, а здесь что? Букеты какие-то странные. Наверное, тоже на свадьбу. Так, а здесь писажес. А, ну здесь мы, мне кажется, были уже. Наверное, были. Сейчас будет бракосочетание главное этого праздника. Орка на пенис дарлангстос. Ленькес и Иисус Краштос. Так, я понимаю, в этом конкурсах выиграл Канапинес. Луги Дамар, мато прежь себя, явная пербилайта рожи, и явники Канапини в сам грожи. Свейки нам! Ir linkim vėrybinės laimės! Pats pasdėjus ir pasakęs, rožę ir kanapinį, veiskitės ir dauginkitės! Šventą barvorą suvaryk, Йоду и пора, Сельвианус, Виру и Жмана! Пипикс, пипикс, конкуранта и нусишоми, матит! Visi, kas nori, gali pasveikinti jaunosius, paduodami man 10 eurų. Priims ir po 20. Loja, ploja mūsų jauniesiam. O dabar mūsų tik susitokusių jaunųjų atvyko pasveikinti Klaipėdos miesto meras. Arvydas Vaitkus! Сейчас должен прийти мэр Клайпеды. Arvydas Vaitkus. Labą dieną, mėly klaipėdiečiai, čia atvykę svečiai. Так, где он есть? Suprantu, kad nereikia ilgai kalbėti, nes visi čia vaikai susirinkę turbūt laukia, kol tą morę uždegsim. Tai ar laukiat? Ir aš patikėkit laukiu, nebesinori leisti pinigų nei sniego valymui, nei šaligatvėms, nei gatvėms. Tai linkiu visiems geros šventės, pasveikinkit tuos jaunuosius, uždėkim morę ir sudeginkim visą tai, kas buvo netinkama, bloga mūsų širdise, protose arba mūsų gyvenime. O šiandien švęskim skanių užgavienės blynų, geros nuotaikos, daug apsikabinimų. Ačiū, gerbiamam merui. Ai, pamiršo 10 eurų duoti man. Nu, nieko, vėliau atsiimsiu kitą kartą. O dabar dėmesio ekstra pranešimas. Ai, jaunieji bučiuojasi. 3K. Galit ir 30K. Taigi, iš apsaugos tarnybų gavom įspėjimą, kad komugė vaikšto tokia nekviesta asaba veina. Visiems klaipėdėškiams saka, kad onos vardas yra žiema. Bet policijos nuovada pateikė įrodymą, kad onos tikras vardas yra morė. Ana yra labai agresyvi ir nepadori, nes pagadena gerą orą. Kadangi ona savo norų iš mūsų ateimai šiai nepasirašo, mes eidosim pakastavoti benziną.
лавша. Короче, и когда она и не будет шалта, по сиону покешем каршта балка. Символизирует зиму. Катажей, вот, собирается ее выгнать. И долгал на престоту. По-хорошему она не уходит. Хоча долгал на безлету. Поэтому и, они короче, ее сожгут. Так, посмотрим. Посерупеньки вместо белу керови. Иш руки, иш клайки нас. Или что с мусом оставил могет. Так весь светлее море. Так, это вот шапочки журналиста от Краклэйпи, да? Шейма, шейма, бегли шейма, я на бегсе и шварисла, шпигом и шпадисла. Ну, посмотрим. 303. Шейма, шейма, бегли шейма, я на бегсе и шварисла, шпигом и шпадисла. За Бога, здоровенько. Катя предлагает убираться ей вон. Ну, смотрим. То, чего все ждали. Так. О, огонь пошел. Смотрите, ребята, как снимают для вас от Краклэйпеда. Ладно, так. Пока горит по чуть-чуть. Опа, меня поймали. Начинает уже бояться. Ребята, мне уже нужно идти. Вот такой сегодня праздник был. Вот такие вот невесты. Надеюсь, вам было интересно. Обязательно напишите, как у вас празднуется праздник Масленица, Ужговенец. Этот праздник Ужговенец, он проходит не только в Клайпеде, он проходит, в принципе, во всех городах Литвы. Там где-то более помпезно, где-то менее помпезно. Вот, смотрел в интернете ролики, что вот, например, не знаю, то ли вчера, то ли сегодня утром множество этих, называется, моржей, людей-моржей, вот, они купались сегодня в Паланге в море. Их там много было, не знаю, наверное, чтобы 200 или больше, хоть куча народу. Вот.
Так что вся Литва празднует этот праздник. Все выходные проходят под гидом этого праздника. Ладно, все, вот столько людей было. Праздник уже заканчивается, а я пойду по делам. Все, всем пока и жду ваших комментариев.